20 лютого в Україні відзначається пам'ятний день Героїв Небесної Сотні. Події трирічної давнини змінили життя всієї країни. Для багатьох це день увічнення великої людської національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Відродження нашої нації, національної ідеї, і, в першу чергу почуття єдності, що кожен готовий покласти життя один за одного. При цьому це не були бойові дії, це був такий рух опору тому режиму, який ми вважали антинародним. Спогади цієї страшної трагедії, яка відбулася на межі 2013-2014 років, сколихнула серця багатьох небайдужих та здійснила великий вплив на свідомість українців. Люди, які побували там хоча б неділю, багато ж там не були от і до, да? Безперервно, мінялися, вони теж іншими не будуть. Це болезненний переворот сознання, дуже болезненний, тому що по часу він скоростний дуже. Скажем так, экстремальный переворот, не было возможности подготовиться. Но, наверное, очень полезный и оздоровительный, такой хирург без наркоза, который удалил лишнее и показал то, что нужно действительно беречь. Майдан скінчився, революція минула, а життя загиблих, на жаль, не повернути. За підрахунками Мінздрава, це на той час загинуло 106 осіб. То, відповідно, щоб ці жертви вони не були даремними. І, відповідно, щоб Небесна Сотня, вона там, на небесах, мабуть, вони бачили, що вони своє життя поклали дійсно заради кращого майбутнього. Революція Гідності залишила глибокий слід в історії нашої країни. Цей слід не в документах і не в прізвищах лідерів. Ідеали Революції Гідності разюче змінили нашу ментальність, розпочали і продовжують формувати нашу нову історію. Ми знаємо, що на сьогоднішній день проходять в Україні реформи. Так, вони проходять із труднощами. Безумовно, все, що не робиться, знаєте, коли людина щось починає робити, вона завжди помиляється. І, відповідно, ніколи не можна такий складний шлях трансформації пройти безболісно. Біль залишився в пам'яті кожного, хто втратив своїх рідних, друзів та товаришів по боротьбі. Вірен своїм ідеям, через які я вийшов туди, через які я поїхав на фронт. Тому тільки вперед, ми багато чого не доробили. І в конструктивному руслі ми повинні відбудовувати державу і саме постійно згадувати тих, хто там загинув. Про події, які відбувались на Революції Гідності, пропоную поговорити безпосередньо з її учасниками. У нас ранковий гість. Учасник Революції Гідності Ігор Фінкельштейн завітав до студії «Нового дня». Доброе утро. Доброе утро, доброго ранку. Пробачте, я буду російською. Так мені удобніше. Сьогодні вся Україна, вся наша страна відмічає День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ви були учасником Майдану, учасником Революції Достоїнства. За які ідеї стояли іменно ви і чого ви хотіли добитися, коли відправлялись на Революцію Достоїнства? Для мене це була вже вторая революція. Перша – це була помаранчева революція. Коли ми вийшли в 2013 році, ми хотіли перемін в країні. Я немножко отвлекусь от темы. Вот смотрите, эта стричка, она мне, это символ революции, гидности. Нас узнавали по ней, говорится, не только в Украине, даже за границей, сразу говорили «Украин». Вот. И мы показали, что мы чего-то можем, но, к сожалению, революция еще не закончилась. То есть вы хотите сказать, что украинцы все еще борются, и идей, за которые стоял народ, еще не было достигнуто, что еще все впереди? Я считаю, что главное достижение революции гидности, мы нашли ключи, которыми мы можем открывать двери власти. И, наверное, огромное достижение, что у нас после 25 лет независимости есть теперь украинский народ. Потому что в революции гидности участвовали и этнические русские, евреи, грузины, армяне, Сережа Негаян, наш украинец армянского происхождения,
Это заслуга Януковича, что он создал народ. Понимаете, у нас теперь есть народ. Мы живем, мы все украинцы. Это наша родина, наша страна, и мы ее никому не отдадим. В политической среде вас все знают как немного революционера, который борется и отстаивает свою позицию. Насколько легче стало после революции отстаивать свое мнение среди власти? Ну, вы знаете, первые, наверное, месяцы после революции действительно было легче. Все меня знают как координатора Комитет общественного спасения ВСК «Спартак». Вот, кстати, огромный подарок нам преподнес кабинет министров. 14 числа вышла постанова о том, что наконец-то водно-спортивный комплекс «Спартак» передан областной державной администрации. То есть теперь он будет навсегда вашим детям, вашим внукам, правнукам. Сколько будет город Николаевич, только будет существовать этот водно-спортивный комплекс. Да, первые месяцы, знаете, март, апрель, май, как-то и суды, все реагировали, наверное, не боялись. Прошло буквально полгода, они перестали бояться, потому что революция прошла, но никто не наказан. Никто. У нас нет виновных. Буквально вчера николаевцы собирались на общественное вечер для того, чтобы вспомнить героев Небесной Сотни. И многими политиками было заявлено о том, что революция еще продолжается, и народ готов выйти снова. Как вы думаете, есть ли в этом смысл для того, чтобы бороться дальше с помощью революции? Завтра, уже пользуясь случаем, завтра в 6 вечера на нашем Майдане собираются майданцы и их сторонники. То есть это та часть, которая вчера не приходила. Посмотрим, кого будет больше. И мы тоже хотим обговорить дальнейшие пути, потому что разочарование у людей огромное. Хотелось бы также узнать по поводу идей, за которые стояли украинцы. Некоторые из них не было достигнуто. Не было достигнуто прав и свобод, за которые боролась молодежь. Есть ли в этом проблема самих украинцев, которые просто не достояли за свои идеи? Вы понимаете, хочется обратиться к классикам. Революцию делают романтики, а пользуются ее плодами негодяи. К сожалению, у нас так и получается. Ведь люди, которые стояли на Майдане, они не стояли за должности, они стояли за то, чтобы изменить систему. Система у нас не изменилась, у нас поменялись лица. Вы знаете, наверное, если был бы жив дедушка Ленин, у него есть там буржуазно-демократическая революция, у нас, наверное, олигархо-демократическая революция. Я считаю, что беда всей Украины – олигархи. Пока у нас будут олигархи, у нас не будет нормальной демократической страны. Это наша беда. Я думаю, что все еще впереди для них. Все говорят о том, что помнить героев нужно не в один какой-то отдельный день, а помнить о них нужно каждый день и знать, какой вклад они внесли в нашу историю. По вашему мнению, помнят ли украинцы вклад героев Небесной Сотни или вспоминают только тогда, когда об этом заявлено государственным праздником? Вы знаете, рядовые украинцы, наверное, такие как мои побратимы, мы помним о них всегда. А, к сожалению, власть о них вспоминает только по праздникам. Хотелось бы от вас услышать какие-то слова напутствия для обычных николаевцев, обычных украинцев, которые сидят и не знают, как жить дальше, как бороться за собственную идею, за собственный народ и ждут какого-то наставления. Надо перестать бояться. Это самое главное. Понимаете, перестать бояться. Если вы перестанете бояться, вам все по плечу. Ну, еще не было революции, но в 2012 году начался наш «Спартак». Нас вышло 300 человек под горсовет, и мы своего добились. Нужно не бояться, нужно выходить и отстаивать свои права. У нас прекрасная конституция, наверное, самая лучшая в Европе. Просто мы не заставляем вас ее выполнять. Вот и все. Вот у нас промелькнула фраза о третьем Майдане, о том, что люди будут собираться. Есть ли у него будущее, по вашему мнению? Вы знаете, это не обязательно это будет третий Майдан. Это может произойти все в течение нескольких часов. Найдутся несколько, так сказать, людей, может даже военных. Вот я в свое время негативно относился к Пиночету, но сейчас, проанализировав все, что произошло, извините меня, он свою страну в десятку вывел. Может и нам тогда, да? Свой Пиночет. По вашему мнению, как обратно вернуть дух свободы украинцев? Потому что сейчас понемногу все-таки пыл спадает, и все больше мы начинаем думать о том, что, возможно, мы где-то были неправы, возможно, где-то не дотянули. Как вернуть вот этот запал? Мне кажется, вы заблуждаетесь. Очень большая масса населения как раз несет этот запал, и достаточно спички, он так полыхнет, что мало не покажется.
То есть Украина все-таки будет свободной? Будет Украина, она есть свободная, была свободной и будет свободной. Дякую вам велике. І вам дякую. Я сподіваюся на те, що слова, які прозвучали від вас у нашій студії, дійсно справдяться, і ми гордо будемо казати, ми зараз гордо кажемо, що ми українці, а потім з гордо будемо чути про те, що Україна – найкраща нація в Європі та й світі. Слава Україні! Героям слава! Нагадую нашим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав учасник Революції Гідності Ігор Фінкельштейн.